на плохих парней. Вольф считал, что энергоядра могут помочь тебе пробудить скрытые силы. Да, и как это сделать? Тренируйся. Попробуй использовать силы разными способами. Ха, то есть по-разному жарить ополченцев? И все? Проверь. Я засекла отряд рядом с тобой. На помощь! А что? Они нас убьют! Ополченцы поймали еще несколько мутантов. Эти сволочи расстреливают невинных людей. Хороший человек, Коул. Да, надо что-то делать. Неплохо. Правда, прежние молнии мне тоже нравились. Типа классика и все такое. Вот, пожалуйста. Видимо, остальные твои способности тоже можно развить. Ладно, Ко, проверю новые силы. Посмотрим, что выйдет. Рада, что у тебя получается. А вот я зашла в тупик. Потеряла след Вольфа. Ополченцы убьют его, как только получат все, что им нужно. Без Вольфа мы звери не уничтожим. Мы ради него сюда явились. Спокойно. Доберемся до Бертрана, узнаем, где Вольф. Кто? Джозеф Бертран, лидер ополчения. Он редко показывается на людях, но сегодня выступает в округе Святого Игнатия. Выбора нет. Придется схватить этого типа и вытрясти из него, где держат Вольфа. Ладно, познакомимся с Бертраном. У меня аж голова кругом. Ты же не станешь убивать девушку? Зик, я на месте. Не буду высовываться, дождусь, пока Бертран выйдет на трибуну. Понял. По-тихому, значит. Уже здесь, в Нью-Море. Знаю, знаю. Да, ура Бертрану! Ну, как тут? Бертран объясняет всем, что ты, ну, типа дьявол. А, мило. Наши предки храбро гибли, защищая город. И когда
Настал час исполнить свой долг! Они струсили? Нет, они бились! До последнего! Пошли отсюда, нечего тут делать. Эй, стой! Это нужно сделать сейчас. Он же убьет Вольфа. Хочешь, иди? Ну нет, никуда я не пойду. Мои люди – доблестные бойцы. Охраняют этот город. Только они защитят всех вас от мутантов. И Бог свидетель! Мы истребим их всех! До единого! Там мутанты! Действуйте! Прочь с дороги! Дорогу бьет! Маград! Пешком я за ним не угонюсь. Поберусь-ка я повыше. Он уходит! Пора нам поговорить. Нам не о чем говорить, мутант. Заткнись и вези меня к Вольфу. Живо! Нет, знаешь, на твоем месте я поберег бы голову. Мне в башку! К
Куо забыла упомянуть, что по этому городу разгуливает толпа полуголых, человекоподобных крокодилов. Это уж точно. Скажи, круто. Да, просто супер. Ради такого можно и ополченцев потерпеть. И еще есть хорошие новости. Похоже, я напал на след Вольфа. Люди болтают, что на Гафни-стрит нашли какое-то странное устройство. Хорошо, я проверю.